матчем? Больше позитива, негатива? А такое ровное, потому что первый тайм играли великолепно, второй тайм что-то как-то как сдулись, не хватило, поменялась игра, то ли бояться, ну понятно, надо разбираться. Вот. А в целом, то есть, два тайма совсем разных. Первый тайм дал надежду на то, что мы додавим, вот, моментов куча создали. Вот, а второй тайм говорит о том, что все-таки еще две контратаки, такие опасные. В общем, есть пища для размышлений. Первые минут 20-25 с трибуны казалось, что пауза предельная. Она, может быть, хорошо сказалась, но потом подустали, не хватило этих матчей. Где-то, может быть, да, может быть, не хватило, знаете, чего? Игр не хватило. Пауза длинная, игр не хватило, может быть. Из-за этого, ну, где-то после первого тайма где-то вот потерялась игра. Ну вот вроде как до окончания осенней части чемпионата пауз больше не предвидится, таких настроений перед заключительным матчем календарного года. Какое настроение? Каждую игру выиграть, независимо от соперника. Потому что мы увидели с Шахтером, слава богу, ребята почувствовали, увидели, что можно играть. Да, мы проиграли, забыли, но тем не менее, я скажу так, что если так будем играть, да, контроль и создавать моменты, то с любым соперником.